Всем привет, меня зовут Александр. Я собираюсь пойти на вечеринку 18 и 19 ноября. Состоится день рождения у школы Палладиум. Мы будем петь, танцевать. И, кстати, можно будет танцевать со мной. Я уже кое-что умею, и я вам это покажу. Приходите, будет весело. До новых встреч. Пока. Привет всем! Хочу пригласить вас на грандиозное мероприятие, которое состоится 18-19 числа, день рождения нашей любимой школы Палладиум. Приходите, мы все вас ждем. Мучачас и мучачас, вы идете на день рождения Палладиум? Я иду. Привет! Уже в эти выходные, 18 и 19 ноября, состоится очень крутое мероприятие. День рождения нашей любимой танцевальной школы Палладиум. Приходи, и ты сможешь потанцевать со мной. В субботу состоится наш день рождения, короче. Самое главное, приходите все. Так и план. 8 номеров, представьте. 8 номеров. Целая. Диджейская программа. Ребята, всем привет! Я вас приглашаю. Именно я вас приглашаю на день рождения Палладиума, который состоится уже завтра. Да, уже завтра состоится, в субботу, 18 ноября, в Палладиум. С 10 вечера и до 4 утра приходите, будет здорово. Будем танцевать, и я там буду. О, Малика, привет! Привет, Саш! Ты чем завтра будешь вечером заниматься? Я буду танцевать в простых движениях. А ты? Блин, эх, хреново. Ну ладно. Привет! Привет! Чем будешь заниматься завтра вечером? Я завтра на день рождения Палладиума. А ты? А я собрался погулять. Сходить в кино. Это баллон. Александр. Баллон фотографируешь. Александр, чем заниматься будете вечером? На баллон смотреть. Я на вечеринку. На баллон будете смотреть вечером? На вечеринку пойду. На вечеринку куда? Когда? Завтра. Завтра? Ну куда? В простые движения. Ясное дело. Вот блин, а. Анжелика, привет. Привет. Чем ты будешь вечером завтра заниматься? Завтра вечером я буду заниматься только танцами в Палладиуме. Приходите все, иначе вы многое потеряете и многое упустите. Ясно, я думал, в кино пойдем. Привет, зеленый шарик. Чем ты будешь завтра заниматься вечером? Да все запланировано уже, Саш, ну ты че, короче? Да? Уже за 3 месяца мы планировали, весь город на уши поставили, другие города пригнали. День рождения Палладиум, ну ты че? Ёпсель-мопсель. Ну, конечно. А я в кино собирался пригласить. Меня? Да. Я уже соглашусь. На день рождения завтра, потом кино. Я понял. Девочки, быстрее строимся. Привет. Привет, Саша. Ты чем завтра вечером будешь заниматься? Как ты завтра не знаешь, какой день? Какой? Завтра день рождения у нашей школы Палладиум. Все завтра идем туда. Блин. И, кстати, там будет очень много интересного. Я думал, в кино пойдем. В кино, в следующий раз. Это не смешно. Я вам серьезно говорю, это не смешно. Опять тебя отправили. Маша, привет. Привет, привет. Чем ты будешь заниматься завтра вечером? Завтра я пойду в простые движения на день рождения школы Палладиум. Приходите. Блин, эх. Аня, привет. Привет, Саш. Чем ты будешь заниматься завтра вечером? Ты чего не знаешь? Завтра вся страна празднует день рождения Палладиума. Серьезно? Ты чё, не идёшь? Блин, да я не знал об этом, блин, забыл совсем. Ну, ты, Саша, даешь. Давай, приходи. Хорошо. С удовольствием. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Саш. Чем ты будешь завтра вечером заниматься? Ой, Саш, а ты что, забыл? У нас же завтра день рождения школы. Танцы в Палладиум, приходи. Я буду тебя там ждать.
Я понял. Ребята, вы представляете, завтра все идут в Палладиум на день рождения. Надо срочно идти. Там будут все девчонки, мы классно оторвемся, потанцуем, попляшем. Получим массу удовольствия, ребята. Это стоит того, чтобы именно завтра это сделать. Так что не упускайте такой возможности. И не сидите дома, не просиживайте штаны. Берите в руки в брюки, брюки в руки и вперед. До новых встреч. Там увидимся. Это Палладиум, детка. Ребяточки, 18 и 19 числа состоится супер-мега-представление. А именно, где-то день рождения школы Палладиум. Хоть я уже и завязал с танцами, но у вас, милые барышни, есть супер-пупер шанс вытащить меня из этой дыры и потанцевать со мной. Поэтому не упустите его. Спасибо за внимание. Встретимся на танцах.